Эй, хей, хей! Добро пожаловать на канал Люцейка. Меня зовут Богдан. И, ребята, посмотрите вот на эту красивую черную рубашку с узором от фирмы Nars. Посмотрите на ее цену. 100 робуксов. Но, ребята, я ее сегодня, сейчас получил абсолютно бесплатно в Roblox. Тут так и написано, этот предмет доступен в вашем инвентаре. Следующую вещичку – это кожаная мотоциклетная курточка. Она, правда, женской расцветки, но посмотрите, сколько она стоит. 400 робуксов! И я не удержался, я ее тоже получил абсолютно бесплатно сегодня и сейчас. Этот предмет тоже доступен в моем инвентаре. Следующая бесплатная вещь – это укороченный топ для девочек я его пока не получил, ну слишком женская вещь, 100 робуксов, но вы обязательно сегодня сейчас получите его бесплатно. А также ребята, вот эту черную толстовку с капюшоном, обратно стала она доступна в игре и я покажу как ее тоже получить бесплатно и не платить за нее 100 робуксов. А также ребята, платиновые, короткие, волосы, пикси. От Нарс! Сегодня тоже можно будет получить бесплатно. Да, это невероятно. Разработчик вернул все вот эти бесплатные вещи, которые мы раньше получили за один день. Он их вернул. И я расскажу сегодня-сейчас, как их получить. Я сейчас перехожу на эту игру, в которой я буду получать эти бесплатные вещи. Вот название ее на английском языке. Мелькнуло, но кто не заметил. Тот нажимает на описание под этим роликом и находит ссылочку на эту игру. Ссылочка всегда есть, она всегда там. Нажимаете, переходите в эту игру. Я здесь! И ребята полетели! Вот на мне, кстати, голова тигра, на мне футболка Пума, а также на мне спортивный рюкзак, который я получил бесплатно в прошлых видео на моем канале. Смотрите и получайте! И вот внимание, что же мы сегодня будем делать. Вот здесь есть список заданий, которые вы или делали, или не делали. Я не знаю. Но посмотрите, за каждое выполненное задание нам дается внутриигровая монета. И вот здесь самое легкое задание ⁇ это сделать три визита на три разных острова. Здесь мы уже все появились. Поэтому на первом острове мы уже побывали. Поэтому один из трех там уже отмечено, что я сделал. И вот для того, чтобы попасть на другие острова, надо прибежать вот сюда, сесть на вот эту моторную лодку. И вот, допустим, на каком острове я не был. Я не был на острове Лагуна. Я сейчас нажал, перенесся. И вот смотрите. Для того, чтобы зафиксировалось выполнение этого задания, надо прибежать чуть-чуть вот на этот остров. И все, смотрим, открываем это задание. И где там этот вопрос? Где там? Вот, второй остров из трех отмечено. Великолепно. Я сейчас возвращаюсь обратно к своему катеру, чтобы примчаться на третий остров. Третий остров это вот здесь, под номером два. Я нажимаю, и вот я здесь. Я здесь, и сейчас стрелочка меня ведет куда-то дальше, вглубь озера. Но я останавливаюсь, нажимаю, и посмотрите, вот я выполнил это задание. Три из трех. И после этого я нажимаю на этот прямоугольничек, и мне добавляется денежка, внутриигровая валюта. У меня уже 1150 вот этих монеток. А также я 7 дней подряд заходил в эту игру, я получал прошлые бесплатные вещи, и сейчас тоже заходил, получал вот эту внутриигровую валюту, и у меня уже 1250 вот этих монеток. И вот дальше меня беленькая стрелочка зовет вот сюда, я прибегаю, дотрагиваюсь до этой карты, она открывается, и внимание, видите, красненькая точечка загорается. Я опять какое-то задание выполнил. Я нажимаю и посмотрите, вот первое задание я выполнил. Я тоже сейчас нажимаю на прямоугольник и получаю еще 50 вот этих монеток. А теперь внимание. Для того, чтобы получить бесплатные вещи в этой игре, надо нажать с левой стороны на сумочку. Я нажимаю и посмотрите, Здесь открывается вот такая менюшка. И второй пункт. Смотрите, я нажимаю и вуаля! Чудеса! Посмотрите! Вот эти вещи. Здесь их можно купить не только за робуксы, но и за внутриигровую валюту. Вот эта футболка черная, красивая. Стоит 240 монет. Я нажимаю, покупаю. И смотрите, бейджик у меня появляется. Дальше, вот эта кожаная мотоциклетная курточка для девочек, а также вот этот топик 240 стоит. Очень дешево, бери не хочу. Но я из этих двух вещей, наверное, выберу мотоциклетную вот эту кожаную курточку. Потому что вот этот худи с капюшоном от Nars у меня уже есть. Я его не могу второй раз купить. Поэтому я сейчас покупаю вот эту курточку. Смотрите, она здесь очень дорогая. 975 монеток или 400 робуксов. Но монеты дешевле, чем робуксы. я ее покупаю, и она добавляется мне в игровой инвентарь моего аватара. А вот этот топик, между прочим, для девочек стоит 240 монеток. Очень дешево. А также, ребята, если вы переключитесь на прически, то вот платиновая серая прическа для мальчиков стоит 240 каких-то игровых монеток. Это очень, ребята, дешево. Заходите быстрее, берите эти волосы. Если вы дальше пощелкаете, то дальше никаких бесплатных вещей уже не будет. Только вот эти вещи, о которых я вам сегодня и сейчас рассказал. А также, если вы будете заходить в эту игру каждый день, и нажимать вот на эти внутриигровые монеты внизу, то каждый день 100 монет будут добавляться вам. И вы потом за эти игровые монеты можете купить эти вещички. То есть или делаете здесь задание и зарабатываете монеты, или каждый день заходите и бесплатно получаете 100 монет, копите вот эту сумму, которую вам необходимо, и покупайте эти бесплатные вещички если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал люцейка с вами был богдан всем пока пока